первое слово с вас. Анатолий Хасбиевич, первый вопрос, наверное, к вам, как к старшему. Скажите, Хайдар проигрывал по ходу встречи 2-0. Может быть, это было даже не запланировано. Скажите, все ли выполнил Хайдар, что вы ему сказали перед матчем? Пропустил атаку, да, но это борьба. Но тактический план правильно выдержан, прошел, перевел и достаточно количество баллов набрал для победы. А потом удерживал счет. Правильно. Спасибо. Это теперь к тебе вопрос. Скажи, как тебе поддержка трибуны? Слышал, не слышал? Конечно, слышал. К сожалению, маленький зал, чтобы все уместились. Я думаю, пора переходить на новый уровень, чтобы был новый зал. Надеюсь, это скоро будет. А так, спасибо каждому, кто пришел, как поддерживают, спасибо за это. И не только местных, так и приезжих. И вся трибуна оживает, на самом деле, при каких-то малейших действиях. За это им спасибо. Эдик, может быть, преждевременный вопрос? Скажи, поделись своими планами, какой следующий старт, к чему будешь готовиться? Не знаю, пока об этом не думали. Тренер поставил задачу. Здесь надо было выиграть, мы плана придерживаемся, идем дальше. Дальше видно будет. Завтра новый день. Сядем, обговорим этот момент тоже. Спасибо большое, удачи в следующих стартах. Спасибо. Спасибо вам.